Городский детский жусовский район и наши отгонники все долго ждали этого объекта. Но, к сожалению, сегодня для нас это большое горе, большая беда. Пожарники вовремя отреагировали, приехали, подтянулись. Но в это же время этот корпус пятиэтажный, как я послушал, ну, конечно, для этого обратная экспертиза, строители оценку этому дадут. А так, на первый взгляд, я думаю, что его снести надо новое построить. И что вот, что хорошо, вот, хорошо, что это все обошлось без жертв, пострадавших нет. Хорошо, это огонь не переметнулся на эти два корпуса трехэтажные, которые рядышком стоят. А так остальное, что мы сами видим, мы перед фактом. Тут вот, кроме как переживать и сочувствовать, других моментов нет.